И всем привет, с вами Кири Кек и Лаки. Да, это... Наконец-таки дождались долбанное обновление с Лэнди Трубисов. Да, пожилые Сэнди Трубисы уже как долго мы как бы заждались, запоздали немного с обновлением. Так, я сейчас... Однако странная причина была, почему у него не запускалась Сэнди Трубис. Да, подозрительно, ну неважно. Так, ну, я присоединяюсь к серверу Лаки, потому что мы сейчас начнем обозревать новые фишки. А новых фишек, я бы сказал, полно. Ой. Например, улучшение графики. Что же у нас А, вот. Съемка продолжается. Фух, я уже думал, все, хана этой моей съемки. Короче, графика поначалу немного мыльная. Ох, я давно тебя не видел. Да, здорово. А что ты такой белый? Беленький. Ты надо что, нетолерантный? Я скачал по новому Сэнди Трубис и скин сбросился, я потом обязательно другой поставлю. Понимаю, ладно. Поставь-ка эту консоль, пожалуйста. Без проблем. Во-первых, немного улучшили графику. Немного. То есть мы уже не увидим таких вот размыленных всякого такого, хотя немного иронично. Ну, неважно, просто... Кажется. Либо небо немножко другое. Да, небо другое. Видишь, облака теперь двигаются. И я причем видел, как они двигаются, это довольно интересно. Ладно, мы сюда не облака пришли обозревать. Так, вот, значит, можно... Что можно? Догадайтесь. Можно выбрать play as союзник и играть как враг. Я зашел за хорошего. И причем, когда ты играешь за какого-либо босса, теперь добавили тебе полоску жизни и некоторые атаки босса, как да. Играли в Survival. Вот, например, огненный пипец. Да. Ешка. Наблюдайте. Это она. Я зашел за диктора. И да, у меня немного подлагивает, потому что я как бы на ультрах играю. Удивительно, это единственная игра, которая идет мне на ультрах. Ну что, давай файт? Давай. Ты за злого зашел или за хорошего? Я за злого. Пожилой мандаринковый злодей. Ладно. Давай, 3, 2, 1. Сейчас, погоди. Пойдем, мне зовёшь. О. А, ты этого выбрал. Ладно, давай. 3, 2, 1. Пошарал. Лови маслину. Тюм. А я нет. Увернулся от бана. Опа. Это тут, кстати, автонаводка. А еще прикол в том, что даже твои атаки наносят тебе урон, если ты находишься в их зоне. Кстати, клик у диктора довольно сильный. Ой! Так что да. И, короче, тут можно подразделять на классы у этих, у монстров. Я распределил так. Поддержка, это, кстати, их больше всего. Атака... И снайпер. Поддержка, атака и снайпер. Ну и интересно, танк. Интересно, кто в отделе снайперы? Вот это самое меня... Вот диктор снайпер, я бы сказал. Он больше как, ну... Он на толпу не может идти. Он может только максимум один на один. Ну или там... может еле-еле протянуть в одиночку против двоих. Вот как видишь, я тебя уже как бы размотал, да? Это только знаешь, как так-то, да? Это знаешь, это как в Ругуле. Roblox? Да, мы играем в Roblox, мы еще дети. О, анимацию добавили, как я умер. У меня экран поменялся немножко. Да. Так, что теперь? Ну все. Я выиграл. Так, а давай я попробую теперь... поиграть. Я сыграю за самозванца. Я за самозванца сыграю. Как залагало, когда я зашел за это. Да, немного за... подлагивает. Уля, как у меня башка двигается на это на спринте. О, ля-ля-ля-ля-ля какой! Ты выбрал танк вроде. Да, это танк. Я его называю танк-снайпер. Примерно между этим. Давай. 3, 2, 1. Пум! У меня атаки быстрые. У меня поддержка. До связи. Не, я увернулся. Увернулся от бана, да. Зато у меня клик быстрый. Давай, кьюшка.
Блин, промахнулся. Лови аптечку. Тоже лови. Не, знаешь, я тут как бы прокачиваю. Я уже научился играть за эту херню. Так что я... У меня есть все шансы на это. На победу. Ну как. Знаешь, на тебе как бы нужно убегать в основном. Потому что, если ты будешь стоять на месте, то туби звезда, понимаешь? Понимаешь, о чем я? Ху! Ху! Кстати, тут можно бесконечно прыгать за монстра. Лови! Лови. А я могу вот так вот. Нет, тебе, понимаешь, что тебе, кажется, все. До связи. Ты надоел уже со своим... Ты харкаться любишь очень. Лови! Заряд утра. Я умер. Я опять победил. Ля какой берсерк. Так, погоди, на берсерка похож. Гац! Так, гац! Все. А, ты типа Гриффит со своей белой, да? В натуре. Ты весь такой беленький, да, Гриффит? Вжих! Гриффит! Зайди за человека, за обычного. Я тебе покажу, кстати, как туда зайти все-таки. Куда? Ну, я вон туда, где монстры всякие. Помнишь, как перерыж Гагарина, как мы говорили? Вот, смотри. А. Я тебе покажу. Вот, нет, смотри, просто делай так же, как я. Окей. Умор. И, кстати, там мертвая зона. То есть ты, если, даже если ты туда упадешь, ты умрешь. А. Как я и сказал. Там уже раньше прокатывало. Раньше прокатывало. Ну, раньше все было лучше, понимаешь? Раньше все было лучше. Кстати, на карте везде разбросали вот такие вот эти штуки, светлячки. Ночью они выглядят красиво, но ночью за монстров играть крайне неудобно. Наоборот, даже, наверное, все видно. Нет. У тебя же типа экран меняется и... За монстров наоборот. Ночью вообще ничего не видно. Вот я в пещере играл, кстати, пещеру обновили, надо ее глянуть. Я не точно, конечно, я там просто побыл там, побегал за монстра, потому что там ничего не было видно. Я не успел ничего захватить такого конкретного. Ай. Умор. Интересно, убрали ли этот баг с паданием сейчас? Да, кстати, кажется, убрали. А, нет, не убрали. В смысле? Короче, когда я падаю, я прижимаюсь к стене и не умираю. Ай-я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 й-
Ай, блин! Лови аптечку! Что? Че так много? Слушай, мне нужно пока что выйти из карты, мне нужно кое-что глянуть. Окей. Saving to there. Я пока что тогда создам карту с пещерой и буду пока что ее обозревать. Кстати, тут добавили какую-то новую функцию. Theater mode. Да, ты можешь просматривать, да, как ты играешь. Ну-ка, от третьего лица. Посмотрим. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Мне стало интересно. Я тут бегаю такой. Я торчу от внимания, давайте глянем. Я просто на себя третьего лица смотрю, какой я дотик тут хожу, лол. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, это я где? А! Ух ты! Это как кино! Натуре, ля, вот мы встретились. Кстати, у меня все-таки это. Слушай, знаешь, у меня появилась такая идея, вот ты сказал про кино. И мне сразу же лицо, да. Да. Я думаю. У меня как бы сюжет уже давно продуман, да, как ты знаешь. Ля, вот он, я побежал. Кирилл у нас тут очень прошарен, очень. Да, 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 да. Извиняюсь, меня уже попёрло. Так, это я вот смотрю, типа... А, вот смотри, у меня ощущение, будто на смотрю от себя третьего лица, кажется, как будто это другой игрок вообще. Да, вот именно, здорово, Киря. Киря-кек! А я тебя не знаю, привет! Ля какой! Смотри, а можно как-нибудь промотать? Да, нажми на тап, и там мышка у тебя появится, и мотай куда хочешь. Алло. King of Crimson. И, кстати, Кирилл, не знаю, для тебя хорошая новость это или нет, я все сезоны досмотрел.
А, ну я как бы мангу читал, неважно. Так. В общем, мне очень понравился третий и пятый сезон. Пауза. О, пауза! Ёкалы мене! Заварда Токиото море! Можно внимательно смотреть каждого монстра, каждую новую деталь, каждую новую проработанную графику. Кстати, волына у него такая, ничего. Квадратный, а чё ты? А, ты до сих пор еще не появился. Бля, замахнулся такой. Представь, ты играешь где-нибудь часа 3-4, и потом это просматриваешь. Да. Только кино. Это правда очень интересно. Так, это я сейчас отхожу, отчет. А, это ты перезашел за этого, за Рона. 3, 2, 3, 2, 1, поехали. Вот, пошагал, ля-ля-ля-ля. Бум, комета полетела. Ля какое. Пошагал, 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 пошагал. Ну, посмотрю на нас двух дебилов, как мы тут ходим. Знаешь, что там, фильтры есть, ух ты. Фильтры? Фильтры есть, ля, я второй фильтр включил, ад как будто. А как включить фильтры, погоди. Один, три... О, как кино! Тут камеру можно включить. 1, 2, 3, 4. Тут как в Джорджи можно экран включить. Нажми на 6. Ля! В натуре. Или можно... Или знаешь, как в монтаже делаешь, нажми на 9, и ты включишь зеленый фон. О, я вижу это, как видит этот Ноно, который этот, пылесосень. На какую кнопку? На семерку. А, на... Восьмерка — это поломка. Но. Ломается такой. Девятка. Ля, в натуре. Это выглядит довольно прикольно. Всё, у меня уже есть идея, что делать в ближайшее время. Да. Вот я тебя ушатал. Кстати. Вот иду. Ты сейчас по выберешь, а я выберу этого. Гладиатора пожилого. Да, я... Да, а я пока что пойду поменяю настроечки. Меня почему-то подлагивает теперь на средних. Понимаешь, у меня на ультрах все стоит. Так, ладно, пауза, хотя не по идее. Это я сейчас промотаю время. Вот так. Кинга Кримзон! Ля. Кинга Кримзон! Ну, в общем-то, я в тебя там это плююсь этими жвачками всякими. Гац! Бьет электричеством. Вот электричество, это уже немного напоминает Наруто. Типа он там чу-чу-чу-чу закастовал такую-то, какую-то электрическую неведомую херню. Наш Чидори. Да-да-да-да-да-да-да, Чидори. Это я в тебя жвачка опять плююсь, Чидори заюзал. Я кастую БАН! Я кастую БАН! Тупо. Так, давай, знаешь, поиграем на каком-нибудь карте, где мы не были, ну, то есть, например... О, кстати, знаешь, Кошмар Лалы поменялся на название Сон, тупо. Сон? Блин, надо его еще глянуть. Да, теперь он называется не... Да, знаешь, короче, пойдем на карту там, где был только, например, день или ночь. И пойдем, например... Короче, смотри, вот давай, знаешь, пойдем туда, где мы не были, на, знаешь... Вот, о, ля, ночью... разлеглась она такая. Кстати. А, ладно, неважно. Вот знаешь, что я хочу пойти? Что? Блин, я думал, знаешь, работает вот эта фигня с мейнлендом. Типа, включишь мейнленд день, и там будет тинки-танк на днем. Жалко, так не работает. Не, хотя хз. Не, я посмотрел, я подумал, так не работает. Побежал. Ну-ка, погоди-ка, это уже... А, это уже почти финал. Так, а где... Это, я вот тебя такой, это, психанул. Рифет! Так, смотри, на какую карту пойдем? Ой, это мы там наверху бегали. На какую карту пойдем, говори. Погоди-ка, я сейчас просмотрю до конца. Мне стало интересно. Заранее просто скажи, куда пойдем. Карта, пещера. Будем ее изучать. Вот мне тоже интересно, что там поменялось. Сэндбокс. Блин, это реально офиге... Я бы сказал, но материться нельзя на моем канале. Офигенно, короче. Звезда-то, о, звезда-то.
Это просто офигенно. Короче, Кирилл, снимай фильм, все, ничего не знаю. Понимаешь, все, что было вот на этой карте, оно все записалось. Это можно как тот же Moody Blues, так, опять отсылка к жиже. Moody Blues вот так вот делает, знаешь, типа... Да, а, Абакио. Реально тут все, вот смотри, в конце тут туннеля теперь... Ой, это помнишь, в конце туннеля был проход, который закрытый, и там свет. Короче, тут свет поменяли, и теперь тут хорошо видно, даже без фонаря. Это я тебя тут ушатал, это из-за этого, за ракетчика играл. Как же тут красиво стало. Запрыгал, ля-ля-ля-ля. Ты ресетнулся. И теперь вот эти наркоманские грибы подсвечиваются. Да, кстати, это немного помощь этому. Текстура камней немножко поменялась. А, всё, закончилось. Toggle Show Motion. То есть, погоди-ка. Я сейчас по новой начну. Что за slow motion? А, slow motion, ля. Можно включать режим slow motion. Типа ты такой медленно бежишь. Ну-ка, где я такой? Ну. А, вот он. Господи, я испугался. Я там уже зашел на какую-то карту, мне еще пишет, как тебя зовут. Ой, точнее, кого есть у тебя DS? Есть DS? О! Ну, в принципе, давай позже с ним тогда сыграем. Сейчас это видео я потом запишу, выложу. Ля, какое... Это баба, кстати. О-о-о-о-о! Хотя не... 9 лет! А что я рассчитываю? 8 лет, кстати. 13! Ну ладно, на год младше меня, сойдет. Ей 13, блин. Будь я еще плюс 3 года, то есть 16. Может быть. Короче, все, хватит шиперства. Ладно. Я выхожу. Я насмотрелся. Мне понравилось. Это неплохое обновление. Мне прямо оно очень нравится. Особенно вот этим вот. Я только понял, как этот театр мод работает. Так. Ты создал, да? Угу. Как называется? Тут баба, тут Вера, тварь какая-то зашла. Как называется? Так же, как и в прошлый раз. А, окей. Она сразу же Дискорд просит. Вот как же ей не стыдно. Только погоди, не заходи. Я тут это, Дискорд ей скиду. Я уже захожу. Короче, выключи чат на букву R русскую. R? Как? Сейчас, погоди, я посмотрю. А, во, включил. Можно выключать и включать этот. Ну, ты понял. Только на какой, я не помню. Блин. Это уже страшно стало, знаешь? А, стоп, это что? А, это... Блин! Реально охеренная текстура. Кирилл, короче, можешь, а этот, не знаю... Поставь на паузу, чтобы чат не было видно. Я сейчас Дискорд скину ей. Чат что-то не закрывается, погоди. Я пытаюсь всякими способами. Нажми на паузу, на паузу, на паузу, тогда не будет видно. А, окей. Тогда я просто промотаю время. Как Кингу Кримзон. Так, ну, вижу, вот подсвечиваются, да. Блин, мне так непривычно в белом скине. А почему запах-то не идет? Почему он такой стик? Он как будто не натуральный. Раньше было лучше. Ну, не суть, да. Продолжаем. Так же и с людьми. Вот заходишь в игру, сначала общаешься, а потом уже даешь свои контакты. А вдруг сразу же к тебе заходит и говорит, давай Дискорд, как тебя зовут, сколько? Уф. Зубенко Михаил Петрович. Петрович, мафиозник. А погоди-ка, вот кажется нижний этаж каким был, таким и остался. Сейчас проверю. Да, нижний этаж остался прежним. Или погоди, может карту не видоизменили, а просто это сами внутренности вот это вот текстурировали. Я сейчас это пробегусь. В натуре тут грибы добавили, их стало больше. Только они не натуральные, это какие-то искусственные, стеклянные. Их нюхать невозможно. Ну-ка. Узнаю эти коридоры, значит, карту не изменили. Надеюсь. И именно что в ней было поменялось. Не саму карту, а просто. О, да, вот ярче стал, только там это картон, кажется, поставили. Неважно. Офигенная, хотя погоди. Блин, я думал это, можно камерой пробежаться.
Это ты сейчас заспамнил по? Это ты? Это я зашел за попо, да. Попо. Бобо. О, я могу играть за злого ха этот, выжившего, прикинь? Тут ярче. Это что, это что то есть? Не-не-не, это не работает. Это нужно... Короче, без разницы, злой, хороший, он как ни на что не влияет. То есть выживший он может стать злым только когда отключить Friendly Fire. Ну, вернее, включить его. Не, карта по-прежнему какой была, такой осталась. Это весьма заметно. Но... Вот он, натуральный грибок! Ну-ка, давай срежем, будем нюхать. Да. Как же без этого? Это... Кия, это, рекламирует наркотики. Кирилл, тебя забанят на Ютубе, ты чё? Какой реклама наркотиков? Какие наркотики? Ты чего? Погоди, обычные да. Наркотики, грибы, ты наркоман сраный. Так, мне погоди-ка. Кажется? Кажется, в натуре изменили что-то. Мне кажется, или на пистолете добавили лазерный прицел, который ни хрена не лазерный прицел. Это не лазерный прицел, это фонарик. О, кстати, кристалл. Сегодня только один раз, да. Неважно. Так, я сейчас смотрю вот эту комнату. Да, ничего не изменилось, только внутренности. Я уже, знаешь, запереживал. Хотя нет, даже очень хорошо, что не изменили. Я тогда бы потерял полностью ориентир. Ну, за монстра такой себе играть на этой карте. Ля, как, какие цвета... Ёпкалэ мэнэ! Чую это дело... Ты такой пристраиваешься, растягиваешь ширинку, а дальше вы знаете, что происходит. Знаешь, кажется, а потом Кирилл сюрпризом. 8 лет на бутылке сидит. Не, понимаешь, просто эта девочка кажется сюрпризом. Да еще каким. Ля, какой! Я тогда удаляю из дискорда. Понимаю. Цветочки такой. Ой! Извините, мужчина. А я не думал, что вы вообще мужчина. Думала, мужчина, что за чертовщина. Кстати, свет тут прекрасный. Я вот тебе говорю, знаешь, когда будем все видеть, вот это надо на заставку свет, тупо поставить. Я поставлю на превью. Только нужно как-нибудь это. Знаешь? Я, короче, буду, когда просматривать этот, как его, возьму какой-нибудь фрагмент, кстати. Ля. Думаю, этот фрагмент поставлю на превью. Типа ты такой стоишь тут, смотришь. Такой смотрю на выход, типа, собираюсь уходить отсюда. Да, да, да. А дальше там, типа... Превью неплохая, кстати. Не, правда, ничего не изменилось, так что я зря переживал. Давай тогда это, глянем зато следующую. Зато хотя бы у тебя слонит Тюбислав работает, вот это тоже именно, хорошо. Это хорошо. Давай следующую карту. Давай. Ну и сейчас мы будем обозревать. Вот сразу же вижу изменения. Карту, вот эту Q-Star. Хотя нет, почти ничего не поменялось. Ну разве что траву наконец-таки скосили местные работники. Понаблюдай, пожалуйста. А да. Еще я заметил. Еще что... вот прям, знаешь, вот прям здесь, вот где-то, вот здесь. А еще был курс, с помощью через который пройти нельзя было. А еще можно заметить, что тут баг как был, так и остался. О, опять этот Джигурдазаш. Хач. Ну, собственно. О, кстати, знаешь, какая интересная фишка тут? Пойдем. Слушай. Пойдем, покажу. Не знаю, как ты будешь это на это реагировать. Смотри. Бассейн стал светиться, да? Смотри, фокус. Да. Стоп, это... Ты стал монстром, что ли? Не знаю. Я просто... Точно... Так, монстров нету. Вот именно. Может это... Ооо! Знаешь, это сделали как отсылка к компании. Да, типа, знаешь, в конце, ну, к
кто играл в этот прохождение, тот знает. Да-да-да-да-да. Да, кстати, баги тут убрали. Смотри. То есть... Ща. Погоди-ка. Play as Ali. Вот я зайду сейчас за мясника. Хотя он, конечно, по-другому называется. Вот, смотри. Как я и говорил. Немного, вот, игру изменили за него. То есть раньше можно было играть как на инфекции. Смотри. То есть он бегает... Уже другая анимация. Прыгает он тоже с другой анимацией, но им уже нельзя управлять. Вот я пытаюсь шевелить как-то. Я не управляю его этой траекторией полета. В этом-то и минус. А еще. Ну ты команду, надо, пожалуйста, да? Я сам хочу это все ощутить. Давай. Давай мы втроем будем играть, а три. Исключи вот этого 9525. Ну, главное, чтобы он меня простил. Ай. Меня кто-то убил. А, это вот эта вот девка твоя. Моя? Почему моя? Вот не интересно. Неважно. В натуре. Мент в прокуратуре. Вот чё. Смотри. Я вот лечу и врезался. Еще раз. Наблюдай. Теперь у него... Да, он поменялся вообще полностью. Теперь ты бегаешь по-другому. И знаешь, а у него кривая... Кривое управление. Типа, да. Поворачиваешься, он резко это делает. Как в... Не как в прошлый раз. Кстати... Тут еще кое-что сделали, то есть те текстуры, которые. Те текстуры, которые были, как знаешь, закрытыми, то есть, если вот кольцо, да, ты у него проходишь, а не проходишь, вот что. То есть ты как встаешь, ну как в стенку упертый, а сейчас можно. Это сделали и с кольцом, которое лежит. Ну это кольцо, которое. Так. Кто что заспавнил, Кто-то заспавнил. Кого-то. Я не спавнил, я вообще пытаюсь баг сделать. Где там надо запоры этот? Девка за. Да, в здании. В здании может, да. Блин. Наверное, это та тварь. Сейчас это, наверное, та тварь. Тварь. Так, ну-ка. Вот, тварь, вот тварь. Что я хотел показать. То есть, если бы я был игроком, то я бы уже не смог выбраться. Слушай, а давай знаешь, что я хочу проверить? Что? Зайди за обычного выжившего, я хочу проверить урон и. Убью ли я тебя сразу, потому что, знаешь, замахивается он очень долго. Вдруг у него урон изменили, потому что не, три не раза бить таким ударом, это не... Не изменили, понимаешь? Тут урон так-то не изменили. Давай просто посмотрим. Ай-яй-яй, ну куда ж ты, гадость? Ладно, захожу за игрока. Дай, проверю. Я, если что... Я тебя вижу. А, окей. Ля какой. Кстати, медленно, что? Видишь, медленно он бьет. Вот так. А типа я тебя втыкаю и урон проходит. Да. Смотри, я типа в тебя втыкнул, и он долго это держит, и урон это как жизнь уменьшается. Погоди-ка, я еще кое-что хотел тебе показать. То есть. Если ты сейчас не увидишь, то можешь потом видео просмотреть, или я позже тебе покажу. Смотри, значит, вот эта вот фигня, вот эта вот строительная между зданиями, ну, вот видишь, раньше это была пустая текстурка, а сейчас можно и на сейчас. Нее залезть. А еще выше нельзя. А еще выше нельзя, да. А еще... Эм, это монстр, что ли? Да, это... Извини, мне пришлось ресетнуть всех. Дай мне это, к жизни верни, дай мне этот давай, команду. Быстро. Спасибо. Ну, выбирай. Ну, я уже. Короче, идем, я тебе кое-что покажу. Это немного обидно, на самом деле. Что? Обидное небольшое исправление. Вот помнишь, тут, короче, было, вот здесь вот. То есть, как забьются вот тут вот игроки, начинают как кемперить. А, или же здесь. И нужно было всяким, каким-нибудь способом добраться до них за инфекцию. Но смотри, то есть тут полная текстура. Тут уже не пройдешь никак. Тут только пушить, понимаешь, толпой переться. А если ты один на один? На связи. Даже там,
Точно так же. Ну, один на один я бы затащил. Ну-ну. Давай проверим. А выдай давай. Мне дроба... Выдай мне дробаш. А давай потом. Мы сейчас видео снимаем. Эх, давай, эх, ладно. Обидно, да. Да, ага. Так, чё мне кажется, еще? Или когда ты достаешь оружие, звуки очень тихие? Да, такое есть. Кстати, теперь вроде как нельзя залезать на крышу вон там. Mm-hmm. Сейчас даже проверю. Мне либо кажется, либо вот когда сделали монстра по-другому, это хуже стало. Есть такое, но в инфекции как было, так и осталось вот с монстрами. Так что можешь не переживать. Да-да-да, как я и говорил. Слушай, а я тебя убью с дробовика сразу же, вот, или нет? Не знаю, этого. Мне сейчас хочется... Дай проверю. Кое-что, пойди. Просто мне интересно, вот вдруг будем играть в инфекции, если сразу же с нескольких пуль, тогда это уже справедливо. Нет, там в инфекции как было, так и осталось, на самом деле. Блин, жалко. Ну, я думаю, потому что никто, играя в инфекцию, не будет, сразу же выжившие будут побеждать, так нечестно. Да. Ну, короче, тут поисправляли баги, это плохо, относительно плохо. Потому что для инфицированных плохо. И порой даже... Ой, ля, кстати, баг нашел. Та тварь вышла. Смотри, видишь, как я бегаю? Так, погоди. Ты бегаешь, я не знаю, как будто ссать цой, хочешь. Цой! Цой! Знаешь, или жрать хочешь, до холодильника бежишь. Какой самый стремительный человек в мире? Тот, который это хочет тебя. Срать. Понимаешь? Ай. Ты чё? Что это было? Ты врезался в столб, что ли? Ума. Кстати, смотри. Повернись назад. До связи. А мне попу, я жилет. Жалко, что вот эта фигня, она, как знаешь, вроде крутится, но урона не наносит, когда она вот так вот крутит. Это было бы весьма интересно. Кстати, если я зайду сейчас за босса, вот такого мини-босса, или какого... За короче, того диктора МК2. Короче, он слабее будет, конечно же. Кстати, смотри, видишь, я медленно бегу, да? Сейчас, погоди. Где? Стоп. Смотри, я медленно бегу, да? Да. Сой! Цы! Ускорился. Немного. Немного, но ускорился. Или мне так кажется. Когда ты бьешь кликом за этого хера, такой, как же задолбали, дайте посрать, откройте дверь! Бум. Или что-то, или я не знаю, как описать это. Да, понимаю. Интересно, сколько уже идет запись, недолго ли? О, 33 минуты. Кстати, вот за Корсаром... Не думал, уже пора заканчивать. Не, у меня выпуски долго идут. Чисто для наслаждения. Короче... За модельку этого играть. Поменяли еще. Ну, не знаю. Немножко. Я раньше была размазня всякая, теперь нормально. Ну да, кстати. Это можно подметить. Кстати, огненные ракеты. Жух. Бум. На по морде. На! Пощечину. Да не по, да. Я железный. До связи, да. Кстати. Единственное то, что не предусмотрели, а может это и специально сделали, то, что Тинки Винки классический, он как нету никаких скиллов, но он может атаковать, и у него нету здоровья. Блин, я только что был в Дискорде, я вышел в игру, ты меня напугал. Если бы я это видел. Я хотел бы испытать твои чувства. Вот эти вот чувства страха, испуга. Ну, короче, смотри. Прям это возбуждает. Смотри, я сейчас вот так вот подъеду. Лови леща. Ловлю, и что? В смысле? Что ты? Какого хрена? Я не могу тебе нанести урон. Вот так вот подъезжаю. Я вроде за врага зашел. Friendly... отключи friendly fire, да. Умер. Смерт. А вот за дикобраза, в принципе, ничего так же не изменилось, но у него прикольная анимация прыжка. Бум.
Интересно, что, будет ли разница между средними и с низкими настройками? Жиробасик. А думаю, особо ты ничего не... Пенч... Ой, ну ладно, не буду на эту тему шутить. На ладно, какую? На тему пенсии. Это такое себе размахивание. Знаешь, это уже в каком веке было интересно, шути про это. Да. Ладно, меняю карту. Только знаешь, Кирилл, по поводу о, днем, кстати, это красиво. Не, на самом деле, днем, вот дневная карта, она ломает весь смысл. То есть, исчезает вся атмосфера. Это не страшно. Да, это уже не страшно. Поэтому это большой-большой минус. Но, знаешь ли, я хотел увидеть эту карту. Зато можно фифсила, типа, из перехода в день в ночь, например, да. Я не знаю. О. Отсюда должны знаешь, были, кстати. Вот знаешь, вот с театр модом сразу же у всех появится идея снимать фильмы. Вот да. Я прям чувствую это. Ух ты! Тут дверь прорисована. А зачем ее прорисовали тут? Ну, наверное, чтобы было красиво. Я имею в виду, я вот сейчас в камере, и тут, короче, две двери, и я внутри текстуры. То есть. Зачем? Я, конечно, вижу тут вон прорезь между двумя текстурками, но, блин, ну зачем? Come on. Может и здесь, кстати, такое быть или нет? Нет. А. Ну. А какой главный герой здесь, ну типа убийца? МК2 вот этот нет. Дебил? Нет. Механический. Уже этот классический, то есть первая модель. Диктор. Обычный, старший. Это который огромный? Да, который огромный. Диктор МК2, он в этом. Это унитаз, короче, ходячий. Унитаз. Ну, в принципе, поначалу я думал, что это инопланетянин какой-то. Кстати, я сейчас за текстуре летаю. И я сейчас по дороге еду. Слушай, Кирилл, знаешь, какая у меня к тебе идея, как расценивать, например, в Дискорде все звания? Давай не сейчас об этом, а? Кстати, блин, ладно, мы уже проболтались, так что можно сказать. Короче, у меня появился Дискорд в этом... как бы сервер, да, такой вот. Я ниже в описании кину ссылку. Если кто хочет, пускайте вступать. Да, вступайте, кто желает. Там есть лайки, там есть Алех 107. Кстати, привет тебе, если ты смотришь. А еще привет от какого? Дошек. Дошек, да, канал Дошек есть. Я, может быть, кину и на него ссылку. Чисто для ознакомления. Знаешь, звучит как будто, знаешь, это, не до блога, это как, не до ютуберы, я тебе так скажу. Не, звучит вообще, так банально, знаешь. Вообще, и... у Душика больше подписчиков, чем у меня, так что помалкивай. Блин, я не думал, что карта настолько огромная. То есть не, я сейчас... Она рили большая. Я летаю сейчас, и это писец. Тут огромные горные массивы. То есть, жалко, что нельзя еще по этой, по... За пределами карты гулять. Ладно, я, пожалуй, вернусь. А, кстати, вот эту фигню с катанием на лесенках, это прикольно? Ну, этот, убрали? Нет, не убрали, удивительно. Опа. Не поворачивайся, хорошо? А, ладно, неважно. А, да. Окей. Надо потом скин поменять. Кстати, жалко, что нельзя сразу вот, перевоплощаться из камеры... в обычного телепузика прям на месте. Все равно тебе куда-нибудь тпхнет. Это неудобно. То есть, если я хочу где-нибудь появиться для там съемки какой-нибудь или просто для тестирования, вот здесь, как в Mortal Kombat, вот так вот, поставил противника и самого себя, как на ринге. Но, в принципе, в этой карте ничего не изменилось. Только добавили свет. Кстати, музыка тут ни к чему такая. Вот мне, у меня возникает вопрос. В какой карте самая мрачная музыка? Я бы сказал, во сне ляли. Да, согласен, отвратная. А зачем кусты на дороге поставили? Как же тут военные куда? Будут ездить? У тебя подлагивает, скажи честно. Нет, у меня все прекрасно. Опа, что за треугольник? А вот это уже интересно. Где? Я, короче, за картой летаю, тут какой-то, знаешь, такой треугольник,
машины. Дай консольку, раз никто не, никого нету пока. Держи. Я сейчас просто за карты летаю. Думаю даже на паузу поставить, потому что это ни к чему. Поставил. Так, а где какой треугольник? Просто вылети за карту и поищи. Просто, блин, нихрена себе, там в натуре огромная карта. Она просто огромная. Я думал, что там просто закроют деревьями и все. А тля как. Так, ну я за картами, где какой треугольник? Или мне именно за горы лететь еще? За... Не-не-не, не за горами. Просто вылети там с какой-нибудь стороны боковой. Я не помню с какой, но там ты увидишь такой искусственный треугольник это, на земле. Дорога, типа, в виде треугольника. Так, овраги, ля. А еще, кажется, не поставил на паузу, как я и хотел. Да. Так, я захожу. Слушай, все-таки зря мы сюда зашли. Особо ничего не поменялось, однако. Ну так-то да. Блин, жутко. Реально жутко. Все-таки самая жуткая карта это именно Сон Ляли. Кстати, ты тут рядом. Здорово. Да, я потому что к тебе бежал, да. Привет. Ладно, в принципе, я думаю, больше ничего такого не добавили. Ну, исправили баги там, добавили античит, вот это вот все такое. Хотя античит, вот. Может, даже и не работает вообще. Никчемный, наверное. Но... Потому что, знаешь, до тебя, пока ты не появился, было очень много читеров. Да и я встречал такого спидранера, который просто носился по карте и мешал игре. Вот, да. Ну ладно, сейчас мы перейдем в прощальное, как бы, прощальное, как фрагмент этого видео. Кстати, забыли кое-что важное. Он. Поменялся вот этот вот безногий дебил. Инвалид. Да. Он, кстати, напоминает Канеки Кека. Канеки. Ощехитео. Давай, до связи уже. Так, короче, я сделаю проще. Моим любимым способом. Какой? Так, я к тебе присоединюсь, давай. О, ну, неплохое видео получилось, знаешь ли. Я с тобой соглашусь. Стоп, ты это слышишь? Ты смотри! Чёрт! Помогите! Фак! Больно! Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Моего нету, так что не надо.